Ну что, друзья, подключаемся. Я вам покажу сейчас, как должен выглядеть зал. Начнем с самого дальнего угла. Где стоит самый, на мой взгляд, стрёмный тренажер и на вид, но один из самых популярных. Я хотел его выбросить, но меня клиенты просто замучили. Пришлось вернуть. Это вот такой вертикальный жим ногами. От этого угла у нас здесь вот стойки для приседа, но это, можно сказать, кроссфит-зона. Серьезные ребята тоже здесь приседают, но вы увидите, у нас в другой зоне есть еще стойки монолифт. Вот отсюда 4 стойки для приседа туда уходят. Здесь у нас стоят 2 станка экстензия, гиперэкстензия. Вот там дальше, видите, чуть-чуть русские наклоны, специальный станок отдельный. Туда дальше всякая ерунда для кроссфита, мячи, гири. Здесь у нас, друзья, то, что необходимо в каждом зале в первую очередь, это гиперэкстензия. Вот этот станок реально называется гиперэкстензия. И именно этот станок дает защиту вашей спине и, помимо всего, лечит ее. Вот спасибо Николаю Ясиновскому, выпустил линейку тренажеров, я парочку уже купил у него, прислали нам в Америку. Спасибо ребятам из Формана. Вот это колодец, американцам очень нравится, не знаю, как в России, популярен, нет, но делают в нем очень многие. Это приседание, особенно для тех, у кого проблемная спина. А вот здесь такой вот баттерфляй горизонтальный. Отличный тренажер тоже от Николая Ясиновского в линейке Форман. Видите, отличное разведение гантелей только в тренажере. Нагрузка целиком и полностью бьет в грудную мышцу, и вы не переживаете, что будет у вас травма или растяжение. Вот такая стоечка. Две платформы для становых тяг, кроссфит зона, повторяю. Вот такой тренажер от Prime, тяга штанги в наклоне лежа, Т-тяга, бицепс от Prime, трицепс, скамья Скотта, лавка, чтобы жать сидя, из-за головы, из груди, тренажер от Prime для дельт. Здесь набор штанг у нас. Там кардиозона, но перед кардиозоной есть кое-что, что есть вообще очень в малых залах. У нас есть поузинг-рум. Американцы, про-атлеты, кто приезжает к нам, они просто тащатся от этой комнаты. Вот так она выглядит, зеркала. Можно стоять лицом в любую сторону, но видишь сразу себя и сбоку, и со спины. Такая вот posing room. Вернемся в наш большой зал. Здесь фонтанчик для воды, это в Флориде везде. Кардиозона. Такая вот кардиозона. Много дорожек, специальных тренажеров различных. Я кардио не люблю, вы знаете. Здесь у нас Артемка тренируется, кто знает, этот многократный чемпион штатов по арму, молодой парнишка. Брусья различные, здесь вот такая большая зона, свободная, делать разные упражнения, выпады, силовой экстрим, много разной у нас экипировки, оборудования. Да. Такая вот большая дорожка. Трава искусственная, естественно, можно по ней бегать, делать различные упражнения. Вот если мы пойдем, опять-таки, откуда начинали, только в другой конец зала, увидим здесь
покрышки валяются. Вон там еще одна покрышка. Такая вот зона с турниками. Тележка на колесах. Обалденная штука. Две штуки баксов стоит. И стационарная покрышка. Ее можно кантовать туда-сюда, при этом она остается на месте. Ну что, двигаемся дальше. Вот это одна зона, одна часть нашего зала. Самая, можно сказать, просторная, но в ней тоже есть оборудование. Подходим вот к кардиозоне. С этой стороны у нас велосипеды, эллипсоиды. Вот такая рама. Мало кто вообще из россиян видел такие. Я тоже в первый раз в Америке увидел. Это для растяжки. Все, что хотите, можно в этой раме растянуть. Кто не знает, здесь есть вот подсказочки. Можете остановить потом, кстати, посмотреть, как какую мышечную группу растягивать. Там у нас раздевалки. Налево женская, направо мужская. Вот логотип нашего клуба Iron Religion. Кстати, работаем над тем, чтобы запустить в России, в Украине, в Белоруссии, в Казахстане линейку одежды брутальной от этого бренда. Здесь у нас такая зона отдыха. Принимают пищу ребята до тренировки, после тренировки, микроволновка, холодильники. Там вот наши друзья, знакомые, кто посещал у нас зал. Густаво Бадл, естественно, самый большой. И вот мы входим в пауэр-зону. Здесь все тренажеры на свободных весах. Слева у нас гак-машина и жим ногами. Потом хаммер, разгибатели, сгибатели стоя. От прайма две машины для спины отличные. Хаммеры, естественно. С этой стороны у нас хаммеры грудные и прайм грудной. Немножко правее, если мы пойдем, две машины Смита, голень. Вот очень шикарный станок Николая Ясиновского, сгибатель на лежа, на бицепс бедра. Здесь у нас бенч-пресс-зона, то есть зона, где ребята жмут лежа. Здесь только жимовые лавки. Вот такой вот у нас обалденный тренажер для приседа и гака, совмещенный от поезд. Лучше я, наверное, не видел. Вот мужичок, выступающий, ему уже под 70 лет. Так что, друзья, смотрите, кто и чем занимается, кто и что употребляет. Вот мы подходим. Здесь у нас монолифт. Не в каждом зале он есть, но нужен. Вот такая стоечка, мини-монолифт тоже. Кто разбирается, знает, можно взять, снять штангу для приседа, и стойки уезжают плавно. Такая вот большая рама от Cybex с платформой деревянной. И там у нас еще одна платформа для становых тяг. Туда мы пойдем вот чуть дальше, там еще одна огромная зона, где уже тренажеры, которые не требуют блинов. А вот у нас дамбл-зона, зона гантелей. Вот такая вот комнатка. Гантели, лавки стационарно прикручены к полу. Мощный пол резиновый, чтобы бросать гантели. Зеркала, соответственно. Такая вот прекрасная зона. Ну что, пойдемте, я вам покажу. Как вы видите, это уже два мини-зала в одном. А сейчас вы увидите еще один зал, одна зона. Но перед ней стоит вот такая вот лавка для жима лежа с широкой лавкой. Это пауэрлифтинг. Кто жмет огромные веса. Цепи, естественно, присутствуют в нашем зале. Вот мы заходим в зону, где у нас нету блинов. То есть все тренажеры уже со встроенным
весом. Такая зона кроссовера. На днях вот обновят, там поставят новые зеркала. Тренажерчики вот такие. Здесь вот тоже повесят зеркала. И вот смотрите, сколько здесь еще оборудования и какой зал немаленький. Какие девочки у нас симпатичные занимаются. Вот эта линейка оборудования от Прикора просто шикарная. Люблю ее. Ну вот еще один станок от Ясиновского. Николая, привет ему. Ну вот такая зона. Такой вот зал, друзья. Он имеет площадь 24 тысячи скверфит. Кому интересно, переведите в метры. Мне саму интересно, я, честно говоря, в метраже не знаю. Такие вот станочки обалденные. Это Матрикс. Этот старый тренажер Атлант. Сейчас такие практически не выпускают. Я его долго ждал, когда Gold Gym от него избавится. Но я забрал его себе. Шикарный тренажер для разведения в стороны. Так как у меня травмированное плечо, гантелями больно делать. Ну что, друзья, закончу экскурс, потому что мне самому нужно продолжать тренировку бицепса. Спасибо, что находите время смотреть канал. И не забывайте, жду всех в гости в Флорида, Орландо. Каждый, кто приедет, проведу одну бесплатную тренировочку в этом шикарном зале. Всем пока, друзья. Увидимся всегда в тренажерном зале. Будьте на позитиве. Не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступай в мою закрытую группу профессиональных тренировок. На каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек. Нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм.